Пускай она будет идти, эта штука, я таскаю, потому что медленная. Да, она очень медленная. Вот там надо прибраться. Идите вон туда, кушайте. Отойдите от всей. Все ушли, Сень. Не, ну классно стоит уже такой-то. Да, уже почти взрослый медведь. Вот, посмотри вот ноги. Да. Посмотри на ноги, мам. Все, ладно. Нам завтра ему инъекцию делать. Мам, посмотри, вот как будто человек стоит. Ага. Заметила? Так у них фигура медвежья, она без шкуры, это как мужчина. Да. Вот. Или женщина. Да, сюда, когда человек произошел от медведя. Не, они больше похожи на мужскую фигуру, они такие. На женскую. Охотники говорят на мужскую. Когда медведицу убивают, на женскую. Слушайте, а вдруг медведи произошли от человека? Точнее, от вот тебя. От человека произошел от медведя. Вдруг? Да, да. Все да. Возможно. Вот как да, бы да. Не от обезьяны, а от медведя. Смотрите, нервничают, сзади ходят. Ну так же, тем бросили травки, а эти не... Сеня. Странно. Сеня. Да, да, и тебе несу, конечно. Ты же... Вот так, Сеня. Вот ты кусала, они от тебя отошли. Чем ей так интересны лошади? О, нет, только не сзади. Сеня, назад. Не надо сзади уже подходить. Блин. Тоже мы. Я, говорит, тоже травку ем. Да? Молодец, Сеня. Ой, за компанию. Это крапива. Нет? Вот, говорит, все едят, и я ем. Кушай. Чего, говорит, они едят? Невкусно же. Ой. Сенька, ты чего валяешься? Сеня! Молодец, не надо кусать. Ну вот, всех выгнала. Сеня! Сенька, они тебя легнут, Сень.